Yeah. Да, это Вильям Клоуз. Большое спасибо. Невероятно. Я должна спросить вас сначала, это точно была не запись, и вы не надели эти красивые перчатки, чтобы просто попритворяться? Конечно же нет, это все настоящее. Это называется земная арфа, и если вам не видно с вашего места, то я опишу его. Это провода, или правильнее струны, которые тянутся отсюда до балкона. Это один из сотни инструментов, которые создал Вильям. Да, спасибо. Это... Большое спасибо. Это земная арфа, и струны прикреплены здесь на сцене к резонаторному мостику, а сверху они прикреплены к зданию церкви. И это превращает саму церковь в инструмент. Итак, сегодня утром вы все сидите внутри инструмента, и это классно. И Вильям все внимание уделяет соединению архитектуры и музыки. Это ваша фундаментальная философия, правильно? Да. Что особенно прекрасно в этом инструменте, так это то, как на нем играют. То, что является прямым результатом того места, в котором он стоит. На нем играют такими перчатками, покрытыми канифолью. Высота звука определяется тем, насколько далеко друг от друга стоят мои блоки настройки. Итак, здесь будет самая высокая нота, и потом звук спускается. А здесь нижняя соль. Я могу что-то подобное сделать на пианино. Да, но во многом устроено так, как пианино. Хорошо, первое место, где Вильям установил этот инструмент, было на улице в Пеории, штат Иллинойс. Высотой оно было 300 метров, правильно? Все верно. На самом деле он называется земной арфой, потому что впервые был установлен в прекрасной плодородной долине к югу отсюда. Я установил камеры с одной стороны долины и протянул струны через всю долину на 300 метров к другому ее концу. И это превратило ту долину в гигантскую арфу. Это была первая в мире земная арфа. Если кто-то из вас думает сейчас о том, чтобы пригласить его в свою церковь или организацию для выступления, то предупреждаю, что установка занимает около 5 часов. Немало. И вы были в Space Needle, в Сиэтле и Гонконге, и по всему миру с этой арфой. Какое ваше любимое место? Знаете, это очень интересно. Мне нравится много мест. В церквях прекрасный звук. Как я говорил уже ранее об акустическом аспекте церкви в общем. Это, конечно же, самая большая и удивительная. Прекрасно то, что здесь хорошая акустика, и сама церковь устроена как инструмент. И именно здесь мы можем слышать все, слышать каждое слово, каждый звук. И поэтому быть на таком месте удивительно. Нам тоже очень приятно, что вы здесь. Вы сыграете для нас еще? Конечно же, да. Спасибо. Мы сыграем еще одну песню. Нам нравится соединять классическую музыку и современную музыку. Мы так делаем. В этой песне звучит скрипка. Сейчас выйдет Аня, и это номер из нашего нового альбома, который нам очень нравится. Конечно. Спасибо, Вильям.